Всем привет! Сейчас я покажу вам, как установить кастомный Recovery TVRP и получить труд доступ на смартфоне Yuhans MX. В данном видео показан другой телефон, но процесс установки абсолютно аналогичен показанному видео. И все файлы по ссылке в описании именно для Yuhans MX. Для этого нам потребуются определенные файлы. Все файлы я поместил в архив, который вы сможете скачать по ссылке в описании. Итак, содержимое архива REC и SP Flash Tools мы просто копируем в диск C на своем компьютере. Папка драйвера нужны для того, чтобы ваш телефон правильно определялся программой Flash Tools. В этой папке также вы найдете подробную инструкцию, как их установить. Файл Update SuperSU нам надо закинуть в память телефона или на SD-карту, не распаковывая его. Далее вы заходите в настройки о телефоне, увидите номер сборки, кликаете на нее 10 раз и появится надпись ⁇ Вы стали разработчиком ⁇ После этого возвращайтесь в предыдущее меню. Заходите в режим для разработчиков, включаете его, ищите отладку по USB, включаете и также чуть ниже включаете разрешить отчет об ошибках. После этого вы можете выключить свой телефон. Далее, что мы делаем? Запускаем программу Flash Tools. Нажимаем ОК, если такая надпись появилась. Выбираем Scatter Loading. И ищем вторую папку, которую мы переместили в диск C. Она называлась папка REC. Заходим в нее и выбираем этот файл Scatter Loading. Как мы видим, стоит галочка только напротив рекавери, это означает, что мы будем прошивать только кастомные рекавери, ничего другого больше прошиваться не будет. Обязательно должно стоять у вас режим download only, не другой из этих режимов. После этого вы нажимаете download и подключаете выключенный телефон к своему компьютеру или ноутбуку. И потом вы увидите надпись на экране, где сказано «Ок, прошивка завершилась». После того, как вы увидите надпись «Ок» во флештуле, это означает, что кастомная рекавери ТВРП прошилась успешно. Теперь осталось нам только получить root доступ. Для этого отсоединяем телефон от компьютера, зажимаем громкость вверх и включение одновременно на 5-6 секунд. И вы попадете в сам ТВРП. Если сразу в ТВРП не попали, а увидите три надписи, выберите первую надпись. И кнопкой громкости вниз вы подтвердите, что в нее входите. И вы также попадете в сам ТВРП. Если увидите лежащего робота с открытой крышкой, то вам еще раз надо зажать просто включение и громкость вверх на 3-4 секунды. И вы попадете все равно в ТВРП. После того, как вы попали в сам Recovery уже, надо поставить галочку, провести слайд в бок, нажать кнопку Install. И теперь вам надо выбрать файл Update SuperSU, который вы ранее закинули в сам телефон. Или если вы его закинули на карту памяти, выбирайте Select Storage и просто смените с памяти телефона на SD-карту и также выберите сам файл. После того, как вы его выберете, проводите слайд вбок, увидите в конце надпись «Дом» и нажмите «Reboot System». Телефон перезагрузится и увидите, что у вас в телефоне появилась иконка «Суперсу». Это означает, что у вас теперь имеется Root-доступ. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, кому понравилось и до новых встреч. Пока!